братом покушали очень вкусно. В вкуснейшем ресторане. Вообще всем рекомендую его. Ильшар мне эту шапку подарил. Я говорю, Ильшар, пусть будет не просто память, я буду всегда в ней. Ильшарчик, красавчик вообще. Вот что мне нравится, вот сидим в ресторане, вот кто бы ни пришел в ресторан, все подходят, общаются, здороваются, и все с позитивом, ребят. Живите, пожалуйста, с позитивом. Всевышний потом вас спросит, как вы прожили эту жизнь. Ребят, в раю нету места тем, кто на этой земле молчал. И нету места тем, кто на этой жизни не понял то, что жизнь — это есть любовь. Потому что рай, ребят, вход в рай — только с любовью можно войти туда. Это главный ключ войти нам в рай, ребят.